Составляем образы в ретро-стиле. За основу я беру красный костюм двойка, юбка и пиджак. Визитная карточка ретро-стиля – это, конечно же, жемчужные бусы. Красный цвет идеально сочетается с белым. И я еще добавила на ноги гольфы, которые тем самым балансируют белый цвет в образе. И в завершении образа я добавлю сюда большую сумку, чтобы было не только стильно, но еще и удобно. А сейчас покажу образ на каждый день в ретро-стиле. Он более универсальный и повседневный. За основу я взяла светлые джинсы и сделала внизу подвороты. Это отсылка к 80-м годам. Хочу добавить сюда немножечко кокетства и внедрить такой вот платок. Завязала шарф. Добавила сумку, очки, и получился образ в стиле Кэрри Брэдшо. Третий вариант образа я сделала более романтичный. Добавив сюда твидовый розовый жакет. И здесь есть акцентные рукава, которые снимаются, и тем самым вы можете надеть этот жакет без них. Но с ними он будет смотреться еще лучше. Острый нос обуви и брюки в фасоне скини добавят больше изысканности в образ, а также они расстегиваются снизу. Такая опция открывает щиколотку, делает ноги длиннее, а вас стройнее.